В Иркутской области возможен дефицит зимнего дизельного топлива. Об этом стало известно сейчас, когда до первых морозов остается чуть больше месяца. Дело в том, что это зимнее дизельное топливо до сих пор не появилось на региональной бирже нефтепродуктов, а ведь именно там его закупают заправочные сети. Более того, даже если топливо появится уже сегодня, вряд ли его успеют довести по всем региональным АЗС к середине октября. Специалисты связывают возможный дефицит с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. Причем такое в нашем регионе случается не впервые. Несколько лет назад по аналогичной причине зимнее дизельное топливо появилось на заправках Иркутской области только ближе к декабрю.